Появился на свет будущий авторитет в 1970-м в грузинской столице, и всю свою жизнь, включая ее криминальную сторону, он посвятил Тбилиси. С юности Георгий проявлял склонность к противоправной деятельности. Впервые был задержан в 91-м за кражу и ношение незарегистрированного оружия. Воровскую корону ему вручили в 94-м в одном из СИЗО Тбилиси. Его крестными отцами стали Надар Фаризян, Ноно, Пата Чилаидзе, Пат Большой и Вахтанг Чоче, Вата. Коронация прошла во время отбывания срока, назначенного судом в Тбилиси. Еще не раз авторитета задерживали и сажали в тюрьму. В 2000-м Долидзе арестовали за найденный при нем опий, однако до суда дело не дошло. В 2001-м авторитет короновал своего первого и единственного крестника – Валика Мжавия, Вала. В 2001-м авторитета вновь задержали в Тбилиси, на этот раз с пистолетом Беретта, на который у него не было разрешения. И в том же году Долидзе умер от цирроза печени. Похоронен авторитет в родном ему Тбилиси.